Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 24-е. Да, Женя, сегодня 24-е? Я все путаю даты. 24-е, по-моему, воскресенье сегодня. Вот, Женя доклеил обои. И теперь мы приступим к двери. Я вам, конечно, покажу сейчас, как Женя клеил. Сейчас он снимает старую дверь и будет ставить новую дверь. Новая дверь стоит вон рядом. Ну вот, дорогие друзья, обои Женя наклеил, потолок сделал. Он даже наверху к потолку вчера тоже приклеил плинтуса аккуратненько, чтобы мы поставили уже койку сюда. Вот. Обои уже полностью готовы. Вот за койкой он и вот эти плинтуса уже тоже поставил. Так, немного вам покажу. Солнышко светит. Вот так пока это еще выглядит. Еще, конечно, он будет плинтуса клеить. Потом плинтуса пойдут там на пол. Вон туда еще. Так, тут у нас стоит койка посередине. Вот так это пока на данный момент выглядит. И сейчас Женя меняет дверь. Сейчас вынес старую, будет выдирать эту раму и вставлять новую белую дверь. Погода у нас хорошая сегодня, целый день прям тепло. Солнце, небо ясное. Оставайтесь с нами. Будем менять дверь. Включали вчера вечером свет, так красиво. Хочу вам поближе показать потолок. Вот и все, да? Выдрал дверь. Покажу поближе. Так, так она выглядит. Старая. Так, вот Женя сейчас все это очистил. Чуть-чуть зачистил. Сейчас я это все уберу. И он занесет этот каркас еще сюда для двери. Так, Женя открывает дверная рама. Это рама дверная называется. Я каркас сказала, ничего страшного. Так, я хочу сказать, за сколько мы купили эту дверь. Сколько теперь это было? Дверь 119. Дверь 119 стоит. Вот эта белая. И рама 129. 119 дверь и 129 рама. Может, кому-то интересно. Вот сейчас Женя ее будет собирать и клеить.
Хочу немного сдалека вам показать. Так, вот эти двери, вот что Женя снял. Вот. Сейчас собираю раму. Держать ее. Она будет распирать и сейчас ставить. То, чтобы она плотно, да, наверное, прилежала. А? Чтобы плотно лежала. Как распорка. Чтобы она ровно была. Угу. Ну и это и как поручень сейчас будут. Угу. Пришла наша Зузя, как всегда, помогать. То Мафаня, то Зузя Жене. Так, вот уже Женя собрал дверную раму. Ой, солнышко светит. Сейчас пылесос уберу. Женя ставит подпорки. А как они называются? Не знаю. А? Не знаю. Держит, да? А я хотела вам сказать, что цены я называю в ойра. А вы уж, пожалуйста, кто в какой стране, сами переводите. Я в ойра двери назвала цены. А теперь Женя проверяет по уровню, чтобы было все ровно. Вот. Ну вот, Женя пеной заделала. Yeah.
Ну все, дорогие друзья, на этом мы закончим наше видео. Показали вам, чем мы занимались сегодня. Да, воскресенье, но ничего страшного. Мы зато доделали много что. Ну, а сейчас пойдем гулять на свежий воздух. И желаем вам всего самого хорошего. Будьте здоровы!